Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела Семена Семенченко, экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виноградского, ГАО. Сначала его, вероятно, вызывали на допрос. В чешском суде Киева 29 марта Виноградскому выбирают меру пресечения. Об этом 24 каналу сообщили источники правоохранительных органов. Ранее о задержании Виноградского сообщили командиры батальона УН Николай Кахановский и активист Юрий Хорт. Борзая писала, что ГАУ вызывали на допрос утром. Кахановский около 15.00 отмечал, что суд еще не начался. Однако у здания собралось несколько человек, которые пришли поддержать Виноградского.